Добрый вечер. На телеканале «Новый век» программа «Реальная экономика». Сегодня мы поговорим о важном, о том, без чего нельзя представить нашу жизнь. Хотим мы того или нет, но финансовый сектор по-прежнему в современном мире занимает ключевое место. Не зря экономисты часто сравнивают банковскую сферу с кровеносной системой организма. Деньги – это кровь экономики, а банки ее качают. В этой схеме роль сердца выполняет Центральный банк. От его работоспособности и устойчивой работы многое зависит, в том числе и общая стабильность. Но и без банков кровь не сможет ходить, питать жизненными силами все части тела. Тромбы в этой схеме или низкая проходимость сосудов – болезненный удар для всей системы. Поэтому крайне важно, чтобы все ее элементы, и особенно банки, работали без каких-либо сбоев. А для этого важно, чтобы кровь или, в данном случае, финансы доходили до назначения, то есть до населения и предприятий, до реального сектора экономики. Как этого добиться, расскажем в нашей программе. В студии Тимур Бекмурзин. Мы начинаем. Реальное финансирование для реального сектора экономики. Кому банк никогда не откажет. Банк в первую очередь рассматривает предприятия реального сектора экономики. Это нефтехимия, переработка, строительство, торговля. Ипотечные кредиты как стимул для роста экономики. Строители за, банки в деле, выигрывают все. В прошлом году, уважаемые коллеги, выдано около 1 000 000 ипотечных кредитов. Развиваться мы будем в любом случае, если тем более нам будет государство идти навстречу. Интересное предложение для успешных компаний. Стали активно использовать всю линейку продуктов, кредиты, банковские гарантии, всевозможные там депозитные там предложения. Если уж мы говорим о реальной экономике, давайте для начала выясним, кто ее двигает вперед. Или, как выражаются специалисты, какие отрасли являются драйверами ее роста. Этот рост пока еще довольно слабый, как мы уже отмечали в нашей прошлой программе, едва наметившийся. В динамике он выглядит так. 1,5% темп прироста ВВП по итогам 2017 года, по данным Росстата. И это, конечно, очень мало по сравнению с нашим же показателем десятилетней давности. Тогда, в 2007-м, мы выросли на 8,5%. Но были в нашей новейшей истории и серьезные падения. В 2009-м почти на 8% и по итогам 2015 года на 2,5%. Сейчас задача правительства России – поддержать положительные тенденции, превратить слабое деловое оживление в устойчивый поступательный рост. Основой его должны стать те самые отрасли реального сектора. Какие это отрасли? Самый серьезный прирост в производстве показывает химический комплекс. Он в России по итогам года вырос на 5,3%. Далее, можно сказать, неожиданность. Легкая промышленность не просто жива, она растет. По итогам 2017 года на 5,2%. Среди драйверов роста экономики России ожидаема пищевая промышленность и сельское хозяйство. И еще одна любопытная информация. Прирост производства важнейших товаров в России. Среди лидеров автотранспорт плюс 12,9%. Далее идут лекарственные средства плюс 12,3%. Текстильные изделия плюс 7,1%. И продукты питания плюс 5,6%. И еще одна, на мой взгляд, ключевая для понимания ситуации цифра. Обратите внимание, в 2014 году доля импорта в продовольственных товарах составляла 34%. В 2017 году она уже 22%. То есть тенденция очевидна. И в России в целом, и в Татарстане в частности, есть все условия для развития производственного бизнеса в реальном секторе экономики. Причем в самых разных направлениях. В том плане, что есть запрос на появление таких компаний. Многие эксперты-маркетологи вам подтвердят, что есть и спрос на продукцию таких компаний. Причем спрос устойчивый. В банке «Аверс» готовы поддержать компании реального сектора экономики. И предложение это на выгодных условиях. Сегодня банк занимает лидирующие позиции на финансовом рынке Татарстана.
На финансовом рынке России и Татарстана банк «Аверс» по-прежнему удерживает ведущие позиции. В настоящее время «Аверс» сохраняет за собой первое место по прибыли среди банков Татарстана, а также занимает второе место по размеру капитала и активам. Банк активно работает с предприятиями реального сектора экономики. Финансируя проекты в области нефтехимии и нефтепереработки, предприятий химического комплекса и машиностроения, строительный сектор и энергетику. Итак, гость нашей программы – начальник управления корпоративного бизнеса банка «Аверс» Марат Хабибрахманов. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте, Тимур. Марат, скажите, пожалуйста, каким критериям должен удовлетворять заемщик для того, чтобы рассчитывать на финансирование банка «Аверс»? Заемщик банка «Аверс» должен удовлетворять следующим критериям – это прозрачность и открытость ведения бизнеса, достоверность предоставляемой финансовой отчетности, ликвидное обеспечение, которое предоставляется в части полузапрашиваемых кредитов. В этом случае заемщик вправе рассчитывать на... Получение кредита в банке «Аверс». На каких условиях сегодня? Можете как-то так озвучить? Мы рассматриваем все потребности клиента, которые, как он нам заявляет. Исходя из этого, готовим и структурируем сделку на тех условиях, которые необходимы клиенту. А какие запросы у заемщика по отношению к банку? На текущий момент все больше предприятий обращается со стандартным пополнением оборотных средств в части выполнения своих контрактов действующих, в части поддержания своей финансово-хозяйственной деятельности для покрытия разовых кассовых разрывов. Какие интересные все-таки клиенты банку «Аверс»? Реального сектора экономики, я так понимаю. Совершенно верно. Банк в первую очередь рассматривает предприятия реального сектора экономики. Если это по отраслям, это нефтехимия, переработка, строительство, торговля. Машиностроение. Машиностроение, совершенно верно. То есть мы рассматриваем клиентов как бы из данной сферы. Такой клиент всегда имеет шанс получить в банке «Аверс» финансирование, да? Если он финансово устойчив. Если он будет соответствовать всем требованиям банка, совершенно верно. Деловая репутация в первую очередь. Конечно. Спасибо, Марат. Но мы не прощаемся с нашим гостем. Еще вернемся в эту студию и продолжим разговор. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры. Финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10. Повтор программы в среду в 13:30. Что необходимо, чтобы перспективная бизнес-идея превратилась в реальное производство? Истории бизнес-успеха всегда разные, но всегда в основе сильная личность, владельца дела. Тот самый человеческий фактор. Пусть прозвучит банально, но так оно и есть. Упорство, настойчивость, разумный риск предпринимателей двигают нашу экономику вперед. Но одной смелости мало. Опытные банкиры всегда опустят на землю излишне размечтавшегося коммерсанта, если в основе его бизнес-проекта только красивые идеи и громкие слова. Нужно подтверждение этих слов, грамотный, тщательно проработанный бизнес-план и залог. На этих принципах держится любой банкинг в мире. Здоровый консерватизм – это явление нормальное, даже необходимое. Большинство клиентов банка «Аверс» это хорошо понимают. Ведь очевидно, если ты не знаешь, какой пристани держишь путь, ни один ветер тебе не будет попутным. Сегодня в нашей программе мы расскажем о компании, которая четко видит свою перспективу на годы, десятилетия вперед. И банк готов эту перспективу профинансировать. Помните свои самые светлые, самые радостные эмоции. Не сомневаюсь, у многих они связаны с таким событием, как новоселье. Новый дом, собственная квартира – это почти всегда и новый этап в жизни. Исполнение мечты. Спасибо, Андрей, за работу. Молодцы. Директор строительной компании «Бриз» Андрей Беляков таких новоселов понимает хорошо. Наверное, потому, что свою первую квартиру Андрей Евгеньевич купил еще в 90-е годы, когда ему было 20 с небольшим. Сегодня дарить мечту – его профессия. Компания «Бриз» работает на строительном рынке Казани с 1998 года. Сейчас строители ведут работы одновременно на нескольких крупных объектах.
большой достаточно жилой комплекс, 46 тысяч, если не ошибаюсь, квадратных метров, это объект Серова, точнее сказать. Второй объект рядышком находится на улице Баруди. Там меньше жилой комплекс, 23 тысячи квадратных метров, торговый центр на Кулахметова, который сейчас находится в стадии строительства, и мы планируем 30 августа сделать уже открытие этого центра. Большое спасибо вообще самой системе банков, и, наверное, ЦБ, регулятором которой выступает, что снижаются ставки, как ключевые для коммерческих организаций, соответственно, более доступные кредиты становятся, да, и, естественно, ипотека. Ипотека, которая населению, вот сейчас по статистике, мы смотрим, больше 50% сейчас идут уже все в ипотеку. Сейчас задача строителей – грамотно рассчитать свои силы, так, чтобы сохранить и темпы работ, и их качество. Для Андрея Белякова и его сотрудников это имеет принципиальное значение. Основатель и директор компании «Бриз» признается, для него нет разделения на жилье эконом и премиум-класса. Все дома должны быть соответствующего, то есть высокого качества. Тогда у строительной компании будут и заказы, и свой стабильный клиент, и своя ниша на рынке. И еще один ключевой фактор успеха – своевременное финансирование. Для любого бизнеса, строительного особенно, важно найти свой банк. Андрей Беляков его нашел, и это тот случай, когда от взаимного сотрудничества выигрывают обе стороны. Я доволен обслуживанием, то есть мы как работаем как партнеры, то есть я с их стороны чувствую себя поддержку, оперативность, как в проводке каких-то платежей. Получение привилегий, обслуживание очень вежливое, то есть персонал, я никогда не слышал, что не то, что сказать в свой адрес, я никогда не слышал, чтобы какие-то были с другими клиентами, какие-то, может, грубые фразы еще, то есть очень лояльно, очень компетентно и грамотно работает. Бизнес не живет в вакууме, любой, все связаны между собой. На примере строительства это особенно хорошо заметно. Появилось оживление в потребительской сфере, пошли в гору реальные доходы населения. Строительные компании отреагировали моментально, предложением на рынке. В свою очередь и банки поддержали строительную сферу и желание людей жить комфортно, ипотечными кредитами. Причем это их предложение с течением времени выглядит все более интересно. Динамику озвучил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Но напомню, что в 2001 году по всей России было выдано, как вы думаете, сколько ипотечных кредитов? 4000. 4000 ипотечных кредитов. Ставка доходила до 30%, в том числе в валюте. Более половины, кстати, кредитов и выдано было в валюте. Воспользоваться ипотекой могли единицы. В прошлом году, уважаемые коллеги, выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо. В каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8%. Мы долго спорили, какую цифру назвать вот с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7%, это уж точно. За предстоящие 6 лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для молодых специалистов. И еще несколько цифр. В 50-е и 70-е годы прошлого века в среднем в стране строилось, вводилось порядка 60 миллионов квадратных метров жилья в год. К концу 80-х годов приблизились к 70 миллионам. Сегодня в России ежегодно строится около 80 миллионов квадратных метров. Было чуть, правда, побольше в некоторые годы, но в среднем 80 миллионов. Нам нужно взять новую высоту, стремиться к увеличению объемов строительства с сегодняшних 80 до 120 миллионов квадратных метров в год. Цель весьма амбициозная, но также абсолютно реалистична, если иметь в виду и новые технологии, и опыт, который появился у наших строительных компаний, и новые материалы. Вот это движение от 80 до 120, оно возможно и необходимо. Скажу почему. Если мы хотим, чтобы 5 миллионов семей получало новое жилье в год, то строить нужно 120 миллионов. Люди, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, должны быть надежно защищены. От долевого строительства нужно поэтапно переходить на проектное финансирование, когда риски будут на себя, берут на себя застройщики и банки, а не граждане. Развиваться мы будем в любом случае. Если тем более нам будет государство идти навстречу
по майским посланиям, которые было последним, то, что выступление было президента Российской Федерации, что будет оказана максимальная поддержка как и покупателям, так, соответственно, и нам. Я уж не говорю только строительного, а все. Я думаю, мы станем самой процветающей страной. Нам обещают, конечно, что мы скоро станем, но мы для этого сами должны работать. В реальной экономике жизнеспособен и успешен только реальный бизнес с четкими и ясными целями и продуманной программой действий. Как ее подготовить, как избежать ошибок при составлении бизнес-плана и, наконец, как грамотно его представить банку. Сегодня в студии с нами Марат Хабибрахманов, начальник управления корпоративного бизнеса банка «Аверс». Марат, скажите, пожалуйста, вот клиент пришел в банк в первый раз. К кому ему обратиться в первую очередь? Ну, в первую очередь, при приходе клиента в банк, он обращается к нашим специалистам. Если это смотреть по городу Казани, у нас представлена сеть отделений банка по городу Казани. По Нижнекамску и Набережной Челнам как бы у нас также присутствует отделение. В первую очередь, конечно, это выделенные руководители офисов, которые задействованы как бы, в привлечении клиентов, как на расчетно-кассовое обслуживание, так и на кредитование, так и на другие продукты для сегмента корпоративного бизнеса. Предоставляется пакет документов, мы осуществляем консультации в том числе, мы все-таки придерживаемся критерия о том, что мы должны быть в том числе советником для нашего клиента, для наших партнеров, в том числе мы помогаем собирать пакет документов, возможно, даже с выездом на территорию предприятия. Если у клиента нет финансового образования, как не выглядеть глупо при общении с работниками банка? Глупым выглядеть не придется. Мы проконсультируем, мы подскажем, что и как в части представления всего пакета документов, которые необходимо нам будет получить от клиента в части дальнейшей структурированной сделки и получения кредита. Как избежать ошибок при составлении бизнес-плана, который будет потом представлен банку? Во-первых, бизнес-план должен быть реалистичным. В нем должна быть заложена норма рентабельности и доходности, что является основополагающими при составлении бизнес-планов. Впоследствии как бы, банк его уже анализирует и принимает по ним решения. Важно быть уверенным клиенту при общении с работниками банка, как доносить информацию четко, правильно. Совершенно верно. В банк ведь иногда приходят как на исповедь. Для того, чтобы лучше помочь клиенту, мы должны знать о клиенте все. Тем самым как бы избежать те возможные ошибки, которые клиент может совершить. Скажите, пожалуйста, как будет развиваться рынок кредитных продуктов в 2018 году? На 2018 год мы прогнозируем, что ставки по кредитованию, они будут снижаться, потому что идет снижение в том числе ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, что отражается также и на кредитовании. Клиенты все больше запрашивают снижение ставки, в том числе клиент обращается с вопросами в части рефинансирования текущих обязательств, которые у них есть уже в других банках. Банк «Аверс» сохраняет лидирующие позиции на банковском рынке Республики Татарстан. Мы первые по прибыли, мы вторые по размеру капитала. И тот рост клиентской базы, который у нас демонстрируется из года в год, то есть подтверждается нашей лояльностью наших клиентов по отношению к нам, тем самим они выбирают все больше и больше степени банк «Аверс» как своего основного финансового партнера. Марат, вы сказали о росте клиентской базы. Можем ли мы говорить о в целом оживлении деловой активности в Татарстане, в Казани? Мы ощущаем это оживление и на себе. За предыдущий год у нас был значительный рост клиентской базы. Клиенты переходят с других банков, все больше как бы опираясь на нас, на наши услуги, на наш сервис. Да, мы предлагаем как бы широкую линейку банковских продуктов, в том числе мы работаем в части предоставления клиентов, в первую очередь, дистанционных каналов обслуживания. Как клиенту выбрать свой оптимальный банк? На какие критерии ему нужно обращать внимание? Здесь мы можем, наверное, больше только советовать клиенту в целях сохранения его сбережения, его грамотного выполнения финансовой дисциплины. Это, прежде всего, надо ориентироваться на стабильность банка. Стабильность банка, прибыльность – это тоже один из критериев, наверное. Один из критериев, совершенно верно, на который следует обращать внимание. Капитал, активы – это тоже. Капитал, активность, и необходимо дополнительно рассмотреть те рейтинги, которые
на текущий момент существует у банка, как по международной рейтинговой оценке, так и по эксперт.РА России. Угу. Банку сегодня интересно работать с реальным сектором экономики? И в чем этот интерес в первую очередь? Вот вы видите реальные результаты своей работы? Банк имеет значительный опыт работы с предприятиями сегмента реального сектора экономики. То есть мы в этом имеем хороший опыт. Исходя из этого, мы можем покрыть любые потребности предприятий данного сектора на все условия, которые предъявляет на текущий момент клиент. Все-таки, Марат, кто клиент банка «Аверс»? Охарактеризуйте его, пожалуйста. Это предприятие реального сектора экономики, расположенное на территории Республики Татарстан, с нормальной, прозрачной методикой ведения бизнеса, с открытостью, с хорошим финансовым состоянием. Спасибо, Марат, за интересный разговор. Ждем вас снова в этой студии в программе «Реальная экономика». Спасибо. Если вы уже по ходу нашей программы задумались об открытии собственного дела, еще немного информации для размышления. В России сейчас наблюдается явная тенденция оживления потребительской активности. Еще немного статистики от Росстата. На какие товары растет спрос? По итогам 2017 года оборот розничной торговли вырос на 1,2%. Оборот общественного питания увеличился на 2,5%. Объем платных услуг населению на 0,2%. Что из товаров пользуется особым спросом у россиян? В непродовольственной сфере наибольший прирост по такой категории, как мобильные телефоны, плюс 20,5%. Далее следуют компьютеры, плюс 12%. И легковые автомобили плюс 11,9%. Из платных услуг лидируют по приросту услуги гостиниц плюс 9,5%. Далее телекоммуникационные услуги плюс 3,9%. И жилищные услуги плюс 2,5%. И все-таки реальный сектор экономики среди главных приоритетов и для финансистов, и для представителей среднего бизнеса. Еще одна история успеха в продолжении программы. Развивается Татарстан, развиваемся и мы. Компания «Татэлектромонтаж» так про себя может сказать более чем уверенно. Более 60 лет на рынке промышленного электроснабжения. За плечами участие во всех крупнейших стройках Татарстана. Солидный опыт работы и научных инноваций. А также сотрудничество со всеми ведущими предприятиями республики в настоящем. Предприятиями нефтепереработки и нефтехимического комплекса, Тайфынка и Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез, Танека и Шинный завод. Специалисты компании сегодня задействованы на строительстве крупнейших объектов Татарстана. Ведут работы на Казанском и Московском метрополитенах. За все время моей работы по «Татэлектромонтажу», чтобы срыв графика или какие-то замечания не было, это образец предприятия, которое есть в нашем строительном комплексе. И ваша история, она связана с историей индустриализации нашей республики, нефтяная промышленность, нефтепереработка, нефтехимия, шинные. Те вопросы, которые решаются в нашей столице, и метро сейчас работает и в Москве. Я смотрел еще и на космодромах, вы там работаете. То есть очень высокопрофессиональный коллектив. Порядка 12 филиалов. Это значит электромонтажные управления, строительно-монтажные управления, пусконаладочное управление, два завода по производству всевозможной электромонтажной продукции, оборудование, светильники, опоры для линии электропередач. Все сопутствующие товары, которые помогают нам выполнять наши работы. Вот. Всего порядка 2000 человек в составе. Значит, годовой объем выполняемых работ составляет порядка 5 миллиардов рублей в год. С Аверсбанком мы хорошо сотрудничаем уже больше 10 лет. Они являются нашими партнерами, ну, а мы их клиентами. Вот. Банк Аверс отличается действительно таким хорошим подходом, таким быстрым подходом к клиенту. И много, потому что они понимают местную специфику и
Мы видим это, и очень легко нам с ними работать и взаимодействовать. Стали активно использовать всю линейку продуктов, которые вот Аверс предлагает, там и кредиты, и банковские гарантии, и всевозможные там депозитные там предложения. Ну, расчетный счет, конечно, никогда не закрывали, он постоянно в движении. Вот. Ну, наверное, хочется пожелать банку успехов дальнейших, процветания, а нам такого более плодотворного сотрудничества. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры. Финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10. Повтор программы в среду в 13:30. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика». Я Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». До свидания.